приказывают вступить на охрану общественного порядка и безопасного дорожного движения совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Так непривычно началось утро учеников первой гимназии. В течение ближайшего часа они не просто школьники, они помощники сотрудников ГАИ, юные инспекторы безопасности дорожного движения. Я участвую первый раз, и мне очень нравится, потому что это очень поучительная декада. Сегодня мы наблюдаем за пешеходами, чтобы они не проходили на красный и не нарушали правила дорожного движения. Кристина вместе с одноклассниками и госавтоинспектором патрулирует на одном из самых напряженных городских перекрестков. Нарушителей долго ждать не пришлось. У всех срочные дела, поэтому нарушают, переходят на красный. Вы когда переходите дорогу, пожалуйста, обращайте внимание. Не обращайте. А мы стоим, сотрудники ГАИ. Посмотрите, пожалуйста. Не буду обращать. Спасибо большое. Перебегать не надо, потому что здесь аварийно опасный участок дороги. Пожалуйста, приедьте, не нарушайте правила дорожного движения. Наказывать их госавтоинспекторы не стали, но убедительно просят впредь быть внимательнее. Правила дорожного движения – залог безопасности. А это перекресток Суворова-Лазо. Здесь за порядком на проезжей части совместно с инспектором следят лицеисты. Артему служба в ГАИ нравится. К тому же сегодня ему удалось познакомиться с главным атрибутом госавтоинспектора – милицейским жезлом. Мы показываем внимание, показываем на машину, которая нарушила правила дорожного движения, и показываем, куда ему остановиться. Пополнит ли он ряды сотрудников госавтоинспекции, Артем пока не знает. До этого еще много времени. Но быть помощником госавтоинспектора ему понравилось. Утром я очень готовился к этому дню, и мне очень тут интересно. И интересно, как происходят вот эти вот все остановки машин. К слову, в сегодняшнем мероприятии участвуют 10 городских школ. Проводится оно ежегодно, последние 11 лет, успев стать традиционным. Сегодня мы на самых оживленных перекрестках несем службу с юными инспекторами дорожного движения, которые также помогают нам, говорят деткам, где переходить дорогу, и помогают им в той или иной сложившейся ситуации. При этом раздают агитационную литературу, где написано, как надо вести себя на проезжей части дороги. Основная цель данного мероприятия – это недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Декада безопасности дорожного движения продлится до 10 сентября. Сотрудники ГАИ еще раз напомнят ребятам о правилах дорожного движения.